Всем привет! Вы на канале CryptoBoom, где мы разговариваем о мире криптовалюты, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Данный обзор, по которому мы будем сегодня разговаривать, по моему мнению, будет о действительно уникальном продукте. CUDA – это вычислительная сетевая платформа совместного потребления, которая позволяет всем пользователям монетизировать свои неиспользуемые вычислительные мощности. Суперкомпьютер CUDA предлагает широкий спектр вычислительных решений, позволяющих вашей организации разрабатывать, запускать и масштабировать ваши приложения и рабочие нагрузки на первой в мире вычислительной платформе Sharing Economy. Данная компания очень серьезно относится к безопасности всех пользователей, поставщиков, партнеров и разработчиков. Именно поэтому компания обязуется хранить всю нашу информацию в тайне и безопасности. CUDA основана на модели экономики совместного использования. По сути, компания связывает покупателя с поставщиками запасных вычислительных мощностей. Также компания предоставляет рынок распределенных вычислений, позволяя любому бизнесу или отдельному лицу монетизировать или потреблять ИТ-ресурсы для таких нагрузок, как рендеринг, научные исследования, анализ данных и майнинг криптовалют. Платформа идеально подходит для параллельной, масштабируемой и пакетной обработки данных. Данная компания предлагает решения для многих отраслей промышленности с основными приложениями, которые обеспечивают более гибкий, экономически эффективный и экологически устойчивый подход к облачным вычислениям. CUDA базируется на таких отраслях, как образование, энергия, финансовые услуги, азартные игры, здоровье и фармацевтика, медицинские исследования, розничная торговля. Что касается оплат услуг, то компания позаботилась, чтобы данная процедура проходила как можно выгоднее и удобнее для нас. Есть три варианта оплаты услуг, такие как единоразовый платеж, платеж в виде подписки и резерв. Единоразовый платеж предназначен в большей степени для частных лиц, студентов, стартапов и предприятий, которым нужен единоразовая покупка. Подписка предназначена, если у вас есть более предсказуемые требования к вычислениям. Данная подписка может предоставить нам различные скидки. Способ оплаты резерв разработана для частных лиц и организаций, которым необходима стабильность и больше вычислений. Резервная модель может предоставить нам объемные скидки. Также мы можем инвестировать в зарезервированные мощности. Данная компания действительно может добиться огромного успеха в своей отрасли и занять определенное место в данной нише. На этом данный обзор завершим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.